Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и видеообзор вот такого держателя для свингов. В комплекте с крепежами, с крепежом одним, один идет вариант крепежа в комплекте, но можно найти также такой же держатель спиннинга в комплекте с площадкой на струбцине и площадкой, которую можно зафиксировать на жесткую поверхность. Про эти площадки есть отдельное видео, видео вы можете найти у нас на канале. Вот. Также можно весь товар найти у нас на сайте от этого бренда. Вот бренд Волга, это наш новый бренд, это сделано в России, поэтому прошу любить и жаловать, как говорится. Вот. Итак, сегодня у нас речь идет, в принципе, не об этих креплениях, вот, которые очень удобные, вот, а непосредственно вот об этом держателе спиннингов, потому что ссылочки на все варианты крепежа вы найдете у нас в описании. Вот. Кроме того, заказывая этот крепеж у нас, вы получаете 5% скидку, указав промокод YouTube в конце, все будет написано в описании. Итак, держатель спиннинга. Есть в задней части у нас удобная защелка для фиксации спиннинга, чтобы он не проваливался. Вот. Есть удобное вот такое вот кольцо, вот, которое фиксирует также спиннинг пудилище, чтобы оно во время троллинга, допустим, не вылетело. Вот. Ну и, в принципе, здесь еще есть вот такая вот удобная регулировка подпружиненная для установки нужного вам угла. Ну и осталось, наверное, сказать немного о размерах данного держателя. Итак, максимальный диаметр внутренний у нас получается 38 мм. Вот. Длина всего держателя у нас получается 24 см. Внешний диаметр у нас 5 сантиметров. Ну, высота она достаточно условная. Здесь, если брать высоту самого крепежа, это у нас 6 сантиметров. Если брать высоту полностью, так я, наверное, даже не имеет смысла. Итак, данный спиннинг-держатель у нас фиксируется на один из трех вариантов крепежа. Вот, механизм у нас достаточно простой. Здесь вот такая есть защелка быстро зажимная, которая фиксирует данный крепеж внутри себя. То есть вставляем под нужным вам углом. Вот. И нажимаем кнопочку. Все. Мы просто его фиксируем. И спиннинг-держатель у нас жестко фиксируется в своей площадке. Итак, понравился данный держатель спиннинга, можно заказывать у нас на сайте. Понравилось видео, можете ставить лайк, дизлайк, оставлять ваши комментарии. Вот, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.